Всем привет, с вами Шуха, это видео из серии про боевой кубок. Суть в том, что подписчики, которые не могут выиграть БК из-за бустеров, просто сильного стака или смурферов, оставляют заявки. Бывает, что некоторые по полгода играют и без побед. Команда подписчиков остается всегда та же, пока гость не выиграет с ними БК. Для этого выпуска я выбрал ребят, которые играют достаточно давно, но часто проигрывают в финале от мега жестких типов. Ну а попробовать свои силы вместе с подписчиками топ-1 пак стример боди. Кстати, обычно все БК проходили в 4-5 тире, но так получилось, что боди пришлось играть 6 тир. Посмотрим, что из этого выйдет. Обязательно залетайте гостю на стрим и передавайте привет. Приятного просмотра. Ребята, давно не было батлкапа, все соскучились, пишут, что его не было и не будет, но нет. Вот так вот, сегодня с нами топ-1 пак, Бодяныч. Всем привет, ребят, всем здорово, привет, Шуха. Привет, привет. Что хочется сказать? У Бодяныча сейчас самый сложный батлкап будет среди всех выпусков. Это 6-й тир, обычно 5-й, 4-й тир был, даже когда там 11-12 игроки заходили. Ну вот так вот, и это, считай, практически то же самое, как 1x9, типа, когда лоу ММР в команде. Но тут не все такие, тут есть Властелин один в команде. И придется тащить их. Ну, надеюсь, они тоже неплохо будут играть. Давай, Бодяныч, врубай свои вот эти вот способности драфтера. Так, ну это у меня, конечно, никогда не было этой способности, но будем ее себе добавлять, так сказать. Так, ну начнем с сын все равно. Начнем с добычки. Давай, да, да. Самого сильного героя на харду убираем. Это мне нравится. Я пауза один. Так, Гиро, Свен, ВК. Гиро мертвый уже немножко, но можно все равно взять. Так, Гиро, Свен, Врайскин. Врайскин вроде бы поломанный. ВК или это ПЖ он написал? ВК, да? ВК. Да, ВК. Ну, Врайскин вроде бы поломанный сейчас прям вообще конкретно. Вот эти вот возрождения на базе его постоянные. Я как не посмотрю на резки все время, он на базе возрождается. Так, забаним еще тренд протектора. А, ФП керри, да? Короче, чтобы он это... Да, мы просто поехали. Заберем гирокоптера сразу. Нормально, мне кажется. Так, забаним... Прям нормально порезанный, супер забаним, слабый. Забаним тролля и забаним, да, который... и забаним Разора, я думаю. Вот, и хороший герой выбрал. Тролль точно, он гирокоптера выносит вперед. Да, ногами. И Разора забаним, чтобы гирокоптера игра была просто. Так, у нас ласпик нет, не ласпик, да я не вижу, там нифига не показано. Я тоже не вижу, если честно. Но вроде бы. Нет, не ласпик, вроде бы. Не, ну, у тебя ФП было, значит, ласпик у них, да. Да. Оракл норм, да, под гирокоптера? Ну да, Оракл неплохо. Да или он на самом деле хорош? Из хорошего пока что такого жесткого контроля на пака нету на саппортах. Да, вот мне вот я думаю, Клинкза взять. Блин, ну мне нравится Клинкс. Клинкс прям столько грязи на карте наводит. Я не знаю, как ребята, конечно, будут играть, но я в них верю. Ну, его вроде чуть апнули. Еще, конечно, можно взять Тетиса, но мне кажется, Клинкза, все, хочу, чтобы пацаны показали мне, как надо играть доту. Я не знаю, героя, который... Может, Лину забанить? Да, я вот думаю забанить Лину просто. А с остальными вроде комфортно может стоять там, или может они сейчас сами какого-нибудь Эмбера забанят? Не, они, конечно, могут взять какого-нибудь Хускара и сломать нам трон за 20, но я не думаю, что они такое сделают. О, Лину забанили, мы можем вот так вот просто подбанить, да, я не знаю. Да. И в принципе, либо можем вот так вот еще сделать. Но я думаю, что... Не, просто вот так вот сделаем. Бэтрайдер никто вот не так. Пикает же, Бодяныч. И все. Но драфт у них все равно мощный. А, ну Тинкер. Это. Ой, ну это так. Это так, под пиво. Такой пряник. Очень они ослабили драфт Тинкера, мне кажется, не знаю. Как вы знаете, Steam регулярно проводит распродажу игр, где можно урвать какую-нибудь новинку за вкусную цену, но закинуть баланс на аккаунт в РФ регионе сейчас практически невозможно. Потому на помощь приходят ребята из KupiCod. С помощью сервиса KupiCod можно пополнить баланс Steam с самой низкой комиссии на рынке. Все проходит буквально в несколько кликов. Ввел логин, указал сумму, ввел мой промокод, потому что с ним комиссия станет еще меньше, и нажал оплатить. Сервис не запрашивает паролей, только логин, поэтому ваш аккаунт в полной безопасности. Также можно получить небольшой бонус в размере 50 рублей, авторизовавшись на сайте с помощью Телеграма или ВК, и в дальнейшем получать приятные кэшбэки с каждого пополнения. Ребята из KupiCod'а не забыли про казахстанские аккаунты, поэтому прикрутили на сайт удобный калькулятор, который посчитает все за вас по актуальному курсу. Чуть не забыл, на сайте часто проходят розыгрыши игр, условия которых очень простые. Ссылку на сайт, как и промочи, я оставлю под этим роликом, и поторопись, потому что действие промокода ограничено. Чё, 15.5 за прошедшие 20 игр. Обалдеть. Бустер какой-то играет. Какой-то бустерочек на Тинкере. Господин, мини-карту справа. Могу смог купить. А, по поводу смока, парни, я думаю, что они чуть посильнее на самом деле. Но я не знаю, хотите, можем в боте попробовать порубиться. В принципе, можем попробовать принять драку, но я думаю, что они сильнее все-таки под Джакира. А что за пак у нас будет? Руки, которые или которые вот этот? Я думаю, что магический пак здесь будет. Немножко... Ну, а насчет арбы пака ты был прав, она нереально медленная. Она просто отвратительная. А помнишь, когда ты был талант на 20-м, что нереально быстро арба летит? Тогда, о, Шуха, тогда я исполнял такие вещи, которые и не снились моему отцу, как говорится. Да, просто... там можно было и ботла будете на базе 5 раз отжаться, например. Я мало того, что... Короче, я понял, там еще была такая фишка, то, что, типа, ты мог делать телепорт на треблах на базу, понял?
Ну, точнее, на обычном телепорте ты мог делать на базу телепорт, понял? И потом на трэблах, типа, лететь куда угодно. И я успевал отпушить полностью топ-линию, на орбе отлететь в мид-линию и сделать телепорт, отпушить полностью бот-линию, и меня поймать было невозможно просто. Невозможно было меня поймать. Это было нереально сделать. Лучшие времена для паки, для пака были, походу. Так, надеюсь, то, что мы не допустили ошибку. А что, дальника? Да. Посмотрим. Не, допустили все-таки. Ага. Да, дружок. О, моделькой закрыли его. Отлично. Не сегодня, как говорится. Главное это второй получить. Ой. Блин, я сегодня еще в доту не играл. Это первая игра, как говорится, я только проснулся. Но он сильнее, Тинкер всегда сильнее. Конечно, Тинкер намного сильнее. Просто совет на будущее, кто играет на паке. Первое, это не играйте на паке, конечно. Всем до лучших времен, да? Да-да, до лучших времен на паке, ребята, не играйте. Куда ты, друг, идешь? Хотя на про этих играх пак нормально рубит. Потому что очень командный герой. То есть он там, если игра затягивается, он солит просто. Не дает зайти, всегда скипает, там, даже если размен не выгодный, его нифига себе. Бэмс? Ну, нам профитнее было, конечно, забрать, чем донаить. Согласен. А он не хочет? Не, у него фейрик, да, есть, хотел, кстати, он не хочет ли он умереть, случайно? Не, умереть точно не хочет, но... А вот так вот еще, друг, мы тебе... Отличненько, молодец. Ты испугался, что ты на арбу полетишь и будешь с ним драться, да? Это просто прекрасно. Здорово, родной. Привет, другалечек, 26-й левел. И я вот думаю, будем покупать брейсер против него, чтобы давить под тауэр. Я думаю, что да, возьмем брейсерок. Интересно, у тебя схема под ахак, он, я бы сказал. Возьмем брейсерочек, чтобы по таверочек давить, вот так вот сделаем, потому что нам нужны статы в любом случае. Я бы, конечно, купил нулик, но нет, нулик мы брать не будем, он, кстати, еще без батла. Вот это я немножко приснул, как говорится. Что-то, это дахак у нас с Ларки, покупает брейсер против Слардара. Так, тут на камеру, тут... Но у Пака было много пиков силы, когда у него был на первом левле дэмэдж 72. Когда арба летела да, быстро. Тогда, конечно, да. Сейчас у него тоже есть выйти мощный потенциал. Так. Ага. Нам нужно, чтобы тавер у нас переагрился. Привет. Пока. И Фурион дает телепорт. Отлично. Нормально, Вадяныч, нормально ты все куда рассчитал. Нормально, лайк поставить. Как раз ребят? Говоришь, брейсер. Лайк поставите, легенде. Ой, идеально, рунов. Опачки. А ну подожди. Разорвет? Не надо, друг. Раз тычка. Два тычка. Эй, ты куда полетел, дружище? Ты чего делаешь? Ты хотя лазер бы дал бы. О, приколист, по-моему. Бодяныч, приколист. Хотя бы лазер дал, я так-то ошибся. Но он так не... Он мог дать лазер ТП и выжить. А это что, родной, хочет? Не знаю, чего-то хотел со мной. Это же Акс Тайсон. Повеселиться хотел со мной. Так, ну что, выходим в быстренький бичблейдик. Тинки, наверное, думают, ща, подожди, когда дойдет, поговорим. По Лэнсу играет, что могу сказать. Ага. Ты же сам тоже на Тинкере, да, умеешь играть? Ну так, да, но я всегда, знаешь, как говорю, то есть я когда вот пика Тинкера, я всегда говорю, что любой плеер на Тинкере в том или ином моменте сыграл бы в 1000 раз лучше меня. То есть, типа, ну, понятно, я дело. Довольно... Может быть, задротом. Я довольно самокритично отношусь к своей игре на Тинкере. Ну ладно, вышку заберем, че нет. Че нет, выявится. Да в принципе мы не только вышку заберем. Мы еще и подеремся здесь. Наверное. Вот с ним, например. Арба, конечно, великолепная просто. Я не буду нажимать на него Dreamcoil. Ладно, друг, ты меня, блин, занервировал меня, блин. Я думал, он телепорт нажимает, анимация так показалась. А он, оказывается, не нажимал его. Он, оказывается, просто спрятался. Просто спрятался, да. Ну ладно, подай аркейнчик руны. Так, Аркан Ринг? Аркан Ринг не выпал, к сожалению. Тайминг бешеный, да? Вообще просто нереальный. Блин, это дурак, что ли? А, так мы умерли. Это хорошо, на самом деле. Смотри, мы стянули всех мид,
мы стянули всех героев мид, они все нажали телепортеры, у меня команда в топе сломала тавер, у меня гирокоптер вроде бы качается. То есть, в принципе, не так плохо. И мы убили тинкера при этом. То есть, мы, самое главное, мы сбиваем темп. Они нас убили, то есть не соло нас убило спектра, хотя могла бы соло убить, да? Так что, все, да. Да, так что, в принципе, ок. В принципе, все ок. Кстати, нам гирокоптер нужно... почему-то не Агоним покупает в решмотку. А так все играют. Сначала все кристаллис покупают, да. Клав Дагер, да, и Shift Umaxis, чтобы такой передряги еще можно было выскочить. Да, так там мы вообще сможем спокойно все принимать. Ну, нормально, кушаю мид, профармили этот. Сел. Ой. Нет, подружка, ты отсюда уже не уйдешь. Вот этого надо убить, ребят. Мне нужен Акс. Она умерла, интересно? Опасно. Не. Акс, ты видел, как ему не повезло? Он прыгнул в айспас просто. Спектра здесь. Вот он, ты. Привет, родной. Да, Дагер еще есть. Сейчас. Сейчас, давай, еще. Ай-яй-яй. Надо сюда прыгать. Да. Там кто-то телепорт дает. Это не критично. А вот это критично. Это критично. В салом не попал, да? Я не то чтобы станом не попал. Не салом. Это не критичная была ошибка. Критичная ошибка была то, что я нажал shift до того, как арбу нашел. Вот это была такая настолько глупая, тупая ошибка, если честно, что просто... На тинкера не получилось напасть, потому что день все-таки он увидел, да? Ну да, да, он просто среагировал хорошо. Блин, жалко, что дабл дэмэдж мы потеряли, это самое обидное, и все. Не знаю, нам на самом деле нужен здесь, нужна просто Олимпин сфера по шмоткой. Он покупает себе Аганим, так что, в принципе, это небольшая, ну, не опасный герой будет в игре. А, она особо не прячет. Отлично. Тут опс, да, скорее всего, стоит. Это не проблема. Вижу глейдиком по лицу. Там еще Фурион прилетел. Там самое главное в драке. Самое важное. Ага, вот такая там, да, еще шмотка есть. Да. Покупается. Орки, да, покупается? Да, арчит себе покупает. Ну вообще, мне кажется, спектра ваша лиса бьет внизу. Надо будет заколить Тиму куда-нибудь туда хитрый опс один хотя бы. Вон она в топе, она. А, теперь в топе. You're doing very well. I'm very proud. Вот этого обидно, ребят. А этот клиентик ошибся. Да теперь я этого можно убить. Я застрял. Верка без ультимейта. Верхи, конечно, герой. Отлично. Блин, он еще здесь. Блин, неплохо или... получилось. Жаль, спектру не убили, конечно. Или на физическом. Или на магическом. Смотри сам, Бодяноч, ты должен понять, как тебе втащить катку. Вамбрейс дерьмо шмоткой стало. Да, но мы возьмем все равно вамбрейс. Мы возьмем вамбрейс, плюс 6 корона заклинаний, плюс 1 билет дает. Нам нужен дэмэдж как никакого. Ладно, это может быть, конечно, ошибка, но будем играть на магическом паке. Там команда без тебя справляется пока что. Бей собаку сутулую. Хорош, ребят. Пипец, я только подумал, закупился, а они уже всех убили нафиг. Просто четверых убили, да. Но еще 2 минуты назад казалось, что сложно так сделать. Как они это сделали? Я не знаю, но спектра не... Да, гирокоптер пришел. Да, гирокоптер пришел. Да, физ у нас есть, физдэмэш есть в целом. Да, просто как бы, вот гирокоптер, он вроде бы наносит уйму дэмэджа, так что, в принципе, я думаю, это будет не проблема. Мы рошика бим-бим-бам-бам не можем сделать? А, да, как гирокоптер сатаник дойдет, добьет, ребят, мы сразу заберем рошика и закончим игру просто. Вингу, ой, верку. Щипет. Раз, два. Больно было?
У меня ноль мана. А так, да, выйдем, 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 ребят. Выйдем. Ох ты ж, какая малышка выпала. Блин, нам бы где-то хитпоинты. Да ёб твою дамагу. Что ж такое? Не надо, друг, пожалуйста, отстань. Так, Сенжу возьмем. И чё, потом Октарин дагер на силу? Как тут работает? Посмотрим дальше. Так, ребят, если у нас есть все, в принципе, можем идти в бот и забирать Рошан. Бегу, бегу. О, минсуэрочка. А, БК было не. Как же гири купивать не отпустим. А что с лицом? Хорош, ребят, молодцы. Так, этого на базу, этого тоже. Отлично. Не, ну да, ребята молодцы на самом деле. Я ожидал, честно сказать. Ну что, все придется солидово тащить полностью. Ну, я думал, что игра потяжелее будет, да. Ну, ребята справились. Ну, это первое. Первое. Все, подожди еще. Подожди еще, Бодя, все впереди. А кто Ринчик? Да, берем на агрессив уже. Акс пошел. Сок, слышь, я помогу ему. Заходите, заходите, я иду, ребят. Маленько нет. На, свитблейда. Опа, исполнение. Поехало исполнение. Отводя на еще его стиле. Ай-яй, да хватит выбросить меня, ёбаный закат. Отлично. О, еще и двоих зацепил. Отлично. Сколько брони у Акса? Можешь чекнуть? У Акса 29. Нормально. Всё, команда просто каких-то, блин, бустеров за меня. Хорош, Бодяныч. Ну и команда неплохо сыграла. Да, да, и ребята тоже большие молодцы, это правда. Ты знаешь, что на батлкапе можно чекать предыдущую игру? Конечно, знаю. Ещё. Блин, ну все-таки я думаю, Фурионечка, наверное, подбанить надо. Вместо Венги. Поехали, посмотрим. Посмотрим, на чем они играли. На 20 минут закончили. Ага, ну тут... Муэрта, кстати, имба сейчас есть еще. Ее сильно апнули. 9-0, 10-4 пудж. Ну, Муэрту просто надо закрыть и все. Да, мы просто подбаним Муэрту, наверное, я думаю. До всех остальных первых... Ну, еще Баратрома можно забанить. Так, мы сделаем... Сразу... И Локера просто забанить. Да-да, но мы сразу, мы респект-бан сделаем. Еще один респект-бан сделаем. Это уже не им респект. И доктор вообще симпатичный герой. Так, ну, в принципе, мы можем просто всегда забрать Клинца, я считаю. Клинц очень сильный герой, я не знаю. Просто плотных героев берут. Да. Они в прошлой игре так выиграли. На жир хотят вот, сыграть, Бодяныч. Вот здесь вот, понимаешь, вот против этого драфта я могу прямо сейчас ему забрать Тимбера, и он в соло эту игру выиграет. Но он не играет на Тимбере. Понимаешь, что есть в чем проблема? Тимбер хорош здесь, да. Но у них уже есть пудж, это вполне вероятно медовый пудж. Но мы все равно, наверное, будем играть на паке, если отдадут пака, да? То есть, типа, как бы в любом случае. Мы могли бы их закрыть, но закрывать, наверное, не будем. Так, ну мы взяли двух довольно плотных героев. Еще взяли в Райс Кинга, плюс в Райс Кинга под пака, в чем заключается? В том, что он довольно много внимания на себя обращает, да? И за счет этого мы, соответственно, можем внести огромное количество импакта в файте. Только надо подбанить теперь, чтобы ему комфортно тоже играть было, и себе. Ну, мы подбаним... Хотя... Ну, подбаним тролля, если сейчас не заберут тролля.
Я не знаю, что это за пуч, это, наверное, какой-то флексище пуч, они его могут и керри поставить и в мид. Да, керри пучит фуфло. Да, но... Я в это не верю. Но они могут это сделать. Ну, я бы тролля взял, реально, сейчас. Вот для правого драфта я бы сейчас взял тролля и просто уничтожил бы. Но не видишь, как... Да, все-таки видишь, каких героев они пикают. Они пикают героев, которые долго живут. Я не понимаю, что это за некрофос, не понимаю, что это за акс. Ну, это некрофос, это тот некрофос, против которого ты апнутый вичблейд возьмешь просто и это... Уничтожишь его. Я забаню все равно тролля, в любом случае. Мне без разницы, кого им не хватает. Я забаню тролля. Наверное, забаним, может быть, Разора. Я просто не знаю, да Разор опасен нам. Да не, не, ну не знаю, смотри сам. Или забаним Мартру. Они забанили дровку. Что, они Марфа хотят взять? Почему дровку банят? Не знаю, почему дровку банят. Антимага хотят взять. Но не, антимага... Бристалбека хотят взять. Не, я думаю, ну зачем банят дровку? Обычно ее банят, чтобы ТБ морф. Да, но Марфа, я убью тебя 1000 раз, я тебе обещаю, если будет морф. Ну все, нет, смотри сам, ты просто рассуждаю. Я забаню Разора. Все, я решил, я забаню Разора, не хочу, чтобы Разор был в команде. Все. Марфа сами забанили. Это Сларк, да, это Сларк. Это Сларк. А, ну и Сларк тоже. Мы все равно возьмем пак. Мы все равно возьмем пака и будем показывать класс. На самом деле... Все с твоей иконкой пака. На самом деле... На самом деле, я мог бы взять Тимбера в этой игре, да, допустим? Или пойти медовым шейкером и устроить такую вечеринку нереальную просто. Мы будем на пакете играть. Все игры постараемся сыграть на паке, но я думаю, в ласт-игре нам уже, если мы выиграем ласт в игре, конечно, нам уже пака не дадут. Да, да, посмотрим. А здесь как ты будешь, через физову играть уже? Или как покажет время? Время покажет? Время шуха покажет все нам. Да, потому что... Я уже вижу, что апнутый вичблейд здесь и отлично заходит, чтобы не крофта запинать ногами. Время все нам покажет в этой игре. Блин, самое вот, знаешь, для меня непривычное, вот больше всего, что непривычно. Я уже говорил это вроде бы в прошлом видео, я не знаю, слышали ребята или нет. Это вот, когда ты играешь не под музыку. Привык, знаешь, чтобы все время что-то играло в ушах, но теперь вот у меня шуха пока в ушах играет, вроде бы хватает. Так я тебе в прошлый раз таки сказал, твоя музыка буду я. Да-да. А сейчас мы не пойдем делать? Сейчас спокойно можем зарубиться, ребят. Сейчас спокойно зарубиться можем с ними вообще. Сейчас абсолютно спокойно можем с ними рубку устроить. Я тогда смог вел. Скажи, когда разбить. Разбивающий? Да, разбиваю, разбиваю уже, можешь разбивать. Так, интересно, они тоже в пятером вывеску строят, вывеску сейчас? Но они проиграют эту вывеску в пятером. Прям не по шансам. Не, ну они могут кого-то быстро диспозиции хукнуть, убить. Опа, разревелился. Нифига себе, 100 тысяч гранат. Ну, жирного убьем еще. Нормально. Вот сюда надо было выбрать, тебя лич убьет. Давай акси тогда. Ой, друг, кто куда побежал? А вот Сларка что, ребят? Он встал, парни. Он вылетел, встал, он встал, вылетел. Он вылетел, ребят. Хило ставьте. Че съебал он Сларк? Ну ладно, полуботл есть почти. Да, почти есть ботл. Мы, конечно, сильно по ресам просели, но мы еще две рунки законтролим. Я бы сказал, играбельнее. Видоктор неправильно сделал. Надо было тэпаться через секунд 10, чтобы у тебя экспус скрипа забрать. Ну так, да. Когда мы, помнишь, когда мы на профитом аккаунте играли, так и делали, ребята. Нифига себе. Как тебе такое, Илон Маск? А, так как ему такое? Да, только варпы мы не найдете все равно, ребята, не расстраивайтесь. Нет, 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 нет. Отлично. Нормально, отбодиблочил. Так, против Некрофоса, в общем, против Некрофоса, против него его нужно бить постоянно. Вот я вот сколько вот играл, я играл на хайпотесах довольно много хэпов. С ним нужно просто драться реально. Реально? Угу. Ну тогда и получается и денает хорошо, потому что как бы он же теряется. Да, ну блин, или на паке чё? Особо не поднимаешь, но... Ну, не то чтобы денайт, хотя бы ему не дать забрать, знаешь, как. О, аура вкачал, смотри, как она сразу светится. Когда ты не берешь на паке шифт на втором? Давай вот такой вопрос. Против Пойт Спирита я тебе рассказывал. Да, это я помню, но зрители-то не все, может, помнят тут ту ну, информацию. Да, 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 это правда. Если знаю я, не знаю, что знают зрители, поэтому... Мы не будем да. Здесь апать стики пока что. Объясняю, ребят, кстати, почему против Пойт Спирита. Потому что, когда он кидает ремнант, вы на инстинктах нажмете shift, но он вас не спасет. Надо салом перепрыгивать, правильно? Все верно. Бодяныч. Я очень много так раз все равно, знаешь, иногда по привычке все равно нажимаю
Shift выпадаешь, да? Да, да, и все равно попадаюсь. Знаешь, из-за чего это чаще всего происходит? Это чаще всего происходит из-за того, что очень редко играешь против Эспирита. Вот. И из-за этого. Из-за этого, короче, по привычке просто нажимаешь Shift. Ну да, работает твоя схема, просто по горбу его фигачить. Главное, первый спал дожит. Чё у него, фейрика нет? Нет, делает. А, у него был фейрик? Да. Нифига рейнджа, слышь, второго? Так далеко прыгнул? Ой, дружище, ты, а ну-ка давай без этого. Здорово, Бадяныч. Когда отвлёкся, вышка тебя хотела задушить. Да-да, хотела меня, видел? Блин, на самом деле важные хитпоинты потеряли, но ладно. Конечно, ты сколько? 4 ореха впитал. Не заберем рейнджа. Да. Так, ну что, я поставлю вот так вот вардецкий. Я хочу, чтобы он это видел. Так, а теперь сыграй на жадничек, братишка. А вот ты и сыграл на жадничек. Это то, переигран. Что мне нужно было, да. Это то, что мне нужно было. Ну я смотрю, ты брейсер уважаешь на паке. Очень сильно. Да, у Шарба, конечно, просто выдает суперкласс. Что, друг, драться еще хочешь? Давай поделаем. Давай против брейсера подерешься, братишка. Против брейсера. А что с ним? Что с ним не так? Я не понимаю. Что с ним не так? Че он фидит? Че он фидит? Актер или что? Это шуха? Ты актера подослал, не пойму. Я не знаю, но он так. Знаешь, как будто у него 15 тиков и фейрик, он так байтит, вот так вот выглядит. Он, кстати, второй, походу, скачал. Ой, больно, Бадяныч, больно. Да-да, но мы... Байтишь его? Да. О, сколько там нам дыма уже не хватило? А вот так вот. Ага, игра на тоненького называется. Ну-ка, чё там пароли? А Вардик-то стоит здесь? Ага. Хукшот. Нет? Ты так не пугай. Дед вернулся. Жалко мне этого деда, слушай. Жалко мне старика. Ну старик сам виноват. Вич будет? По дефолту? Ну да. Я... Мне а показалось? Мне показалось или я услышал пуджаги-то? Да, да. Он только что твой синкрин разбил. А прикинь, паку универсалом сделают. Это мечта всей моей жизни, наверное. Сразу физовому можно будет и далось. Микрофон мистер, ребята, осторожно, могли к вам прийти сюда. Да, но шейкер тоже остался, скорее всего, да? Интересно. Да, я думаю, что остался. Да, остался. Блин, крипа потеряли. Не остался. Блин, был бы у меня телепорт бы. Ой-ой-ой, там. Ух, что там попали. А, супер пук вылетел. Ну отстань, никакой себе. Как не убиваем ещё? Скотапа ещё можно поработать. Так, скотапой стоим до того. Скотапой до того. Аркан ринг? Ладно, не аркан. Тоже ага, нормально. Выбили, аркан ринг порезали, кстати, неплохо так, если чё. Вот это вот уже ощущается для нас. А вот так, друг. Я умер. Нет, ты не умер. Блин, все ну нормально. Негодяи это какие, а, блин, все-таки. Не дают мне, блин, показать ребятам контент нафиг. Вот это изо всех сил потеют игру жизни, блин, играют. Ну, в прошлый раз у нас, кстати, на 10-й был бичбой, да, в твоей игре? Да, в твоей игре было получше. Но мы просто, я тебе объясню, почему мы просто грибов добивали получше. Не регенерация, но это руна, с которой можно пойти открыть вышку в топе, я считаю. Только нужно пойти добить вичблейд для начала. Я сейчас, ребят, добью вичблейд, сделаю телепорт в топ, и мы откроем вышку в топе просто, хорошо? Я знаю, знаешь, как я сделал? Я сделал ход конем. Или не сделай ход конем. Нет, он его прогнал. Да, он уже убежал, да. О, он его убил. Все, я лечу в топ, ребят. Да вы что, чемпионы? Нифига себе, лечу 8 левел. По-твоему, нормально? Ничего. Он бы очень долго линию стоял, качал. Это было, конечно... Это делать было не обязательно.
Ладно. Так, ну давай вот этого чё. Можем вот этого убить, ребята, если один телепорт сделаете в мид. А, хотя можете не делать, ребят. Мы шокером идём. Нормально, двигаемся. Еще и хоста есть. Да, еще и хоста есть, и как будто бы мы акси чуть качаем здесь. Но вардов нет. А, вот здесь он видит. Да, да, это уже поздно, все. Уже поздно. А ну-ка покажем ему. Поздняк дергаться. Нифига себе хитрый жук. Подтяжка хотел. Угу. Ну, там уже, походу, ВК подработал рун экспы. Да, ВК подработал, так Сларк с Мидасом, да? У Сларка Сларк, себе... бедолага. Блин, но ребята все равно, ребята молодцы, они вот, типа, вот знаешь, у них они стабильно линию стоят. Это меня очень радует. То есть нет такого, знаешь, что там Сларк стоит 100. Но... Я согласен, я удивлен, то, что обычно все, кто участники батлкапа есть, они говорят, что они не могут выиграть очень долго тоже. Участники батлкапа обычно плохо в середине стоят. Ну так. Да Талова, можно Талова идти, не переживай, я спасу тебя, если что. Главное, чайник не поймать. Можем драться, ребят, если вы будете драться. Я им раздевардил. Это ты зря нажал, друг. Есть такое. Опа, опа, залеточек. Опа, исполнение. Молодцы, ребят. По красоте делают. По нотам. Так, он ГГ написал. Интересно, они отменять будут? Сюда! За, вторая за 15. Вторая за 15. Вперед. Молодцы, ребят, молодцы. Пейте воду из Байкала. Давай сходу третью, что засолить пора. Сразу третью. Ребята, напоминаю про мою с Лэнсом группу с услугами по доте. Разбор реплея от лучших тренеров или задроту любого героя, обучение, боевой кубок, буст или калибровка. Кстати, насчет калибровки, сейчас новая система, которую наша команда изучила полностью. Скажем так, можно выбить дот плюс 3000 ММР. По поводу заказа писать в личку группы, либо ответственному за заказы. Специально для вас мы собрали сильнейших игроков, ссылка на группу ниже, ну а теперь возвращаемся к ролику. Интересно, как долго будем искать. Прикинь, не найдем просто, потому что еще никто так быстро не закончил. Да, не, закончили по-любому. Я как-то выиграл, где по 15 находилось все равно. Фух, ну это была прям такая, блин. Не, ну я рад, что нам пака не банят, знаешь, и получается, вот, типа, показательные игры такие довольно-таки. Но все равно, знаешь, вот обидно то, что типа нет такого, чтобы типа мы там устроили прям фатальную зарубку. Ну, до лейта, чтобы дошло, да, ты имеешь в виду, чтобы была такая заруба мощная. Ну да, ну да. Ну ничего, ребята, если что, можете всегда на стримы приходить. Вот, если здесь. Обязательно стрим... залетайте на стримы. Боди, говорит, вчера сыграл нереальную игру на паке, какую-то что за игра, человек, шуха, ху, блин, это надо было видеть, реально. В записях есть, если что, посмотрите, последняя игра была, это было 8 число. А бывают такие видео, когда, допустим, знаешь, сразу два гостя, типа не один, а два? Один, два. О, катку нашли. Да, нашли. То есть два гостя на батлкап, ты имеешь в виду? Нет, не на батлкап, два гостя там, допустим, не знаю, вместе играют, там, или друг против друга, там, предположим. Ну да, у меня же 100 раз такие. Да, бывает. Так, стать капитаном, теперь посмотрим. Вон у меня была последняя такая рубрика, это Кома играл против Сатаника. А, я видел. 5-5. Что, они выиграли за 11 секунд? У них драфт абсолютно одинаковый, кстати, у них Primal Beast, Grimstroke в каждой игре, надо Primal Beast и Grimstroke точно забанить. А, вот здесь Фурион Винга, нет, тогда мы забаним Primal Beast 100%, и Фуриона забаним, конечно. Нет, так, у нас шестой бан. Ёперный театр, я не те героев им забанил, это... Танка со спектра. Так, подожди, но они вроде бы в этой игре пикали. Это были не они, ё-моё. Ну ладно, на самом деле мы забанили хороших героев. Единственный герой, которого мы забанили неверно, это Primal Beast. Да, так что, в принципе, впрочем, нормально. Так, а тройка у меня еще... На тройке только Акс, да, правильно остается? Акс и Шейкер, больше никаких героев нет. Добери сам, чё ладно, думаешь тогда. Ладно, пусть он хочет, пусть играет. Ладно, лучше им дать тех героев, на которых они хотят играть, нежели чем я возьму героя, на котором он не хочет играть. Вот, он расстроится, и из-за этого будет хуже играть. Пусть играет, вот он захотел Магнуса, пусть играет на Магнуса. Так, вот я сейчас смотрю, на комбо керри я здесь сыграл бы, и мне было бы плевать. Я бы здесь на Сларке. Посмотри, насколько сильно они уверены в том, что они могут играть против Пака. Опасный персонаж. Вот насколько сильно люди уверены в том, что они готовы вот играть против Пака каждую игру. Да, да, никто не банит его. Вот их же совершенно не смущает, что я в прошлой игре играл на паке, позапрошлой игре играл на паке.
Просто людей не смущает. Да. Кого-то, может, они прочепли даже. Рубиться идем, ребята. Го-го-го. Го-го-го, рубиться. Могу смог нажать. Да-да, нажимай, нажимай. Так, найдем ли мне кого-нибудь? Нет. Не, его никак. Его никак. Да, парни, танго мы выбили с ним, уже хорошо. Просто не я должен был идти первый. Но это не важно. Это не критично. Да не убили бы его все равно. Да, не убили бы, но... Это опять не Некропос медовой, да, против меня? Да, дубль 2, получается. Угу. Посмотрю, как этот Некропос будет играть. Посмотрим разницу в уровне игры. Ну, в этот раз ты за тьму, он за дайр, ну, райден свет в целом. Анимация удара, конечно, пока такая, достаточно долгая. Да, неприятная. Не, надо привыкать однозначно. Но это посерьезнее играет. Это я просто ошибаюсь. Либо ты ошибаешься. Но... Это не значит, что он играет хуже. Возможно, он играет лучше того, чем он просто. Ну-ка, или... Вот она, переигровочка. Как раз под бутылочку. На кулдауне поймали его. Брейсерочек. Ну, по старым схемам, я понял. Ты, короче, в каждой игре на паке брейсер собираешь. Нет, не на каждой. Не против всех. Против Эмбера, брейс Бэмберу. А. Против милишников, таких как Шейкер, беру себе нулик. Вот теперь, наконец-то, мы можем с ним драться хотя бы. Главное, арбой не промахиваться по ним. Мы все равно неплохо стоим. Все четко пока что. Я пока супер отлично. Еще у нас вот и союзник в кого-то убил там где-то. А ты что-то, друг? Что, будем фоловить его с арбой? Конечно. А еще и попали арбой, ё-моё. Да, он даже не... И столько ему крипов задынаем сейчас. Да, он в тильсе, наверное, уже. После такого. Так, раз, два и шифт. Ну что, ребят, в следующий раз пока забаните, шансы будут у вас. Респект бан не сделали, будете наказаны, как говорится. Угу. Так, капель себе купил. Не, ну в целом, видимо, такой же некропус, как и тот. Так, сделаем. Вот так, вот так и вот так. Захилюсь, короче. Мы его до... Бля, я тебе бомж. Ничего, бывает, бывает, все добивает, нормально. Мы убить его можем. Так, ладно. Ладно. О, мне это нравится. Все, все. Все нормально, друг, все нормально. Не, прикольно получилось. Сори, но я не держался. Пришлось посмеяться. Нет, очень, очень долго я прям... Ну бывает, ну бывает, ну правда, ну с кем не бывает. Это как видео, там в интернете, знаешь, популярно есть там, раньше было. Научу вас заразительному смеху, слышал? Видел тогда? Ты как это делаешь? Я понял, ты занят. Это мы забираем? Конечно, забираем. Мы должны были его за то, что он пришел, убил Тэчис. Инвестировал в тебя, друг. Инвестировал, да. Да, Некрофт на топе, кого-то убивает. Так, посмотрим, на какой минуте будет фишбейт в этой карте. Легионка летит. Чего, друг, делает? Дурак! Нормально, говорит. Под наказать его за такие мувы. Да, и там все на лоу хп. Куда он пойдет, интересно? Там здесь останется, он хочет меня убить, я тебе говорю. И он умрет за это. Как я ненавижу этого героя. Спасибо. Как я просто... Это ненормальная какая-то фигня. Так, но ведь здесь будет такой хороший, я уже чувствую. У нас 5-0, при этом счет 7-7. Ну да, у ребят... Тут там у врагов богатый. Еще
него друг. Это что за киллер? Все это было. Обменные ребята. Да, это было довольно уверенно сыграно. Все, друг, идешь мне. Че, может под косу сможет кнопку нажать? Или рисковать не будем? Да мы бы на сами себе его убили бы просто. Ой, как он хочет косу дать. Это Бадяныч, ребята, это Бадяныч. Я тебе батл зарефирую, слот освободил. Точно? Так. Слот освободил, сказал. Спасибо. Yeah. Так, ну у Некрофоса все просто ужасно. Да, ему максимально неприятно. У нашего Гирика тоже все не очень. Мэрт, походу, тэпнулся и ушел. Фаня, Гирика сами убили, там слегли. Мы собираем опять вышку в миду. Знаешь, как мы сделаем? Мы сделаем вот так. Не хватило, прикинь. Это не проблема. Вроде 2000 дал. А что, второй есть у него? Ай-яй-яй-яй-яй. Да, если бы стики на задание, все равно бы не выжил бы, конечно, но... Нет, ты бы его убил бы просто. Да, убил бы, наверное. Да блин, я чего-то на самом деле, я просто обалдел, если честно. О, парни, вы чего? Парни! А вот это просто прекрасно. Мы ему Solar Crest убили. И они убили, Клингза убили. Две минутки. Без Solar Crest. Я иду на Легион Командер, можем убить ее с тобой. Не можем. Ну не можем, значит не можем. Ну ладно, хотя бы напрягаем просто присутствием. Ну давай просто дальше пойдешь, я тебя быстренько. Вот ты же мой мальчик. Куда ты пошел? Уже все, уже некуда бежать. А я бегу в тебя. Куда ты побежал? Жалко, не кровь. Да дай же! Я же нажал кнопку! Как же тебе повезло. Я думал, сейчас тебе дуэль нажмут. Дуэль, тычка. Я с Алисом промахнулся. Мэрт надо убить, Мэрт убить надо. Надо, надо. Все, она расслабилась. Куда ты поможешь? Хорошо. Подойди к Тайру, я тебе зарефилю ботл. Давай, давай. Хоть еще дагер принесет. Че за хуйня? Он сейчас свободный был, че за пиздец? Не знаю, лагает, может интернет. Слишком быстро отдал, может? Нет, он просто... Ебучий габен. Он просто отошел. От фонтана, да? От фонтана отошел, да, и пятница. Мы сразу купим Линкин себе. В этой игре Линкин очень хорош. Согласен. И дуэль, и коса. И нагло играть сможем. Так, мистер Некрофос. Вы где-то здесь стоите, я же знаю. Он тебя видит просто. Да, задрот. Да он просто пачку добил на самом деле, из-за этого отошел. Что там Легион? Легион, блин, даггер покупает себе. Я сделаю телепорт, если что, в бот. Это наша, дружище, ты чё? Так, там табл дэм. Да я твои мысли озвучиваю. Она без дуэли. Там они без дуэли и без кассы. Некра мы тоже заберем, ребят. Это что-то чемпион. Сзади еще этот, да, старичок. Еще Вич-доктор сзади, нужно Вич-доктора первого убить. Нет! Твою мать! Вот этот герой! Каски. Этот блядский герой просто, вот этот вот. Как я его ненавижу просто, этого героя. Я и потом тебе сказал, Вич-доктор, я думал, ты на него фокус сделаешь по Бэрику, чтобы таких ситуаций не было. Просто блядоцкий герой. Вич-доктор, я возьму, это возьму, ненавижу. Ладно.
Чтоб ты понимал, я его всегда, всегда баню в каждой игре. В виде доктора. Making mistakes is the path to wisdom. Возьмешь, ну в следующей игре, как говорится. Да. Дабл дэмэдж. Просто как я ненавижу этого героя, ты бы знал. Вот еще это... отлетела каска два раза по таймингу, так что даже шифт не смог давить. Так ты понимаешь, он каску вообще не в нас кинул. Он каску кинул вообще другого героя. Магнус он кинул. Ой, чертов герой. Нам нужна Кая Сэндж еще, нам нужна, блин, Кинсфера, блин. Ты стоит тавр бьет. Я сюда прыгнуть. Я сюда прыгнуть. Слишком долго. Я был неуверенным. Маша, как это? Опыт, опыт. Найс. Бадяныш, поплыл ты что-то? Да я не поплыл, просто начался, понимаешь, проблема противника в том началась, то, что они застакали все вместе, и они нажимают кнопки свои. И надо, чтобы союзники нажимали кнопки просто в этот момент. Я могу просто перестать с ними играть и найти просто бить крипов. И все, но проблема в том, что я против регионки играю. Из-за этого я должен принимать драки, потому что мы сильнее. А если видишь, они начали мисплеить очень сильно. Очень много мисплеев допускают они. Расслабились, да и выиграть тебе шанс. Сейчас нужно, чтобы они начали играть. Если они начнут играть, эта игра очень плачевно закончится. Как раз, а как раз мы со зрителями посмотрим, как она закончится, эта катка. С счета 1 стоит. Будет неприятно, если легион опять дуэль даст. Я это специально сделал, чтобы он не мог просто на меня прыгнуть. Да, ну было понятно, да, что Лего хочет на тебя забить? Конечно, конечно, это очевидно было. Ой-ой-ой. Это было очень читаемо. Я специально прыгнул так, чтобы, ну, я так понимал, то, что а не что вижу, нет, потому что он бы увидел меня раньше. Я сопоставил эти два факта, просто понял, и из-за этого запрыгнул наверх, потому что я понимал, что, ну, ребенок на меня сейчас прыгнет просто. И, соответственно, произойдет просачок какой-то, который нам не нужен, очередной. А если бы он произошел, было бы все очень отвратительно на нас. Ну, это затяжение игры и... Да, эта игра бы очень сильно все... Да, это... Но если бы ты еще раз темп потерял, как то только мы купим себе Линкин, все встанет на свои места. Еще единственная проблема, то, что там покупается Арчит, там, видимо, нужно купить себе еще. Может, Йол еще надо купить? Да, нам точно надо купить еще Йол. Так, рунка через 15, топ можно отпушить, много фарма. Ой-ой-ой-ой. Опа. Ты заметил, что тайминг через секунду руны появляется? Да, да, задержкой. Вот этого героя убить надо, ребят. Заигрался? Лего бежит со всей дури. А, нет, переспить думал. Это просто прекрасный фраг. Прекрасно, что он умер. Ну, не прекрасно, что он умер, но прекрасно, что Клинкс это сделал. Да, он тебе как раз... Можем убить Легионку, в принципе. Можем убить Муэрту. Да, да, нажмешь кнопку. Нужно РП. Здорово! Почему мы можем, кстати, купить себе Юл? Сейчас они кают, да, допустим, потому что мы играем под Магнусом, у нас бафает, и нам огромное количество дэмэджа перепадает. Угу. Плюс Линкенсфера хороший стат дает, и в принципе мы можем нормально носить дэмэдж противнику. Появится сатаник у гирокоптера, мы выйдем Рошана в боте, ребят, так что можете стакаться под бот. Вот так вот не надо делать, ну ладно. Это сделал. Да ладно, одного крипа забрал, ничего страшного. Но намерения были у него другие. Тихо, дружище, не надо этого делать. Бежи, бежи, вся компания. Все отдал перед смертью. Гелик потянулся. Ой, давай, уничтожаем, ой, уничтожаем. Ой. Куда ты? Думаешь, мы тебя не видим? Ну все равно враги неплохо подрались. Убили там пройти. Опа! Стало так. Найс. Красиво. Ой-ой-ой, быстрее, Богдан Владленович, быстрее, Богданчик. Давай, давай.
Смотри, значит, там команду уже душит. Да, вижу, вижу, что душат. Нормально, нормально, по итогу. Хорош. Ты что сделал, друг? Понял, а ты что сделал? Что сейчас было? Не надо этого делать, не пропущу. А то шар, ты шар купил сам? Да. Не заметил я этого. Жестко играешь? Понял, ты жестко. На своем паке исполняешь. Не будет? Не, не будет. Хотя вот пытается что-то. Зря, конечно, он так. Подожди, а чем он тебя никто сбил? Что, с папом? Сел ему на лицо. Да. Ой, не урока. Все кнопки. Все отдали. У нас РП есть. Ты знаешь, кем это есть. Тяжело нам добраться до тебя. Я понимаю, ребят, я понимаю, я понимаю. Лего здесь? Лего ждет. Я вроде бы не умер. Плотные все равно файты. А Геркоптер подтянулся, вот это давай. За плохое поведение. Тарова тоже туда же. Не нужно гейм кому-то отдать, ребят. Дабл дэмэш. Этот умер. О, за это ты будешь наказан. Хорошо, что несколько юлов в тиме. Ты сейчас юл неплохо так спас, да? Да, юл спас нас отлично. Магнуса. Я кем отдаю? Юл нас спас хорошо. А вообще слотов у Мерт нет, да? Криты по 300. Ладно, давай меня, клади меня гем, клади меня гем. Раз, два, не будут на чтение. Больно. Воу, он делал идеально. Как говорится, раз тысячу лет и палка стреляет. Да, он жестко занял первый спор. Хорош, молодец. Ладно, правда молодец, это круто было.
Ну все, ребятки. Поигрались? Поигрались, ребятки. Улик еще у кого-то. Человек на гирике нормально. Я успел маленьким серу кинуть, я не знаю, заметил ты или нет. Видел, видел. Спасибо, ребят, вы большие молодцы. Спасибо, спасибо. Впервые за полгода выиграл, блядь, БК, нахуй. Вот так вот бадяныч тащит пацанам. Спасибо, парни, удачи вам, ребят. Причем на высоком тире относительно шестого. Для рубрики. Обычно 4-5. Ух, вот это была зарубочка. И все на паке, господи, все для вас, парни. Блин, как я рад, что мы все игры на паке сыграли. Не, жестко получилось, Бадянович, еще молодец. Почему-то я думал, что в этой игре будет, ну, такой момент, что будет очень сложно, потому что Крингс дабл, трипл килл делал на топе, я думал, сейчас он выйдет, и тебе будет сложно играть. Потом ты еще два раза умер, но в нормальном моменте собрались. Нормально, вот тот момент зарешал, когда, помнишь, я на Некрофоса напал и запрыгнул в No Vision, и он не смог на легионке дуэльми кинуть, и вот после этого уже пошла прям Котелла хорошо. Да, да, да. Опасно играл, я думал, сейчас дуэль тебе дадут. Типа, я знал, что ты знаешь, что сейчас тебе захотят дуэль дать. Мне было интересно, что ты будешь делать, потому что, ну, было понятно, что там ты один стоит, придут сейвить его там и так далее. 23-4-24. Жестко. Да, но ребятам огромный респект, они большие молодцы, все слушали, конечно, там... Пару моментов мы не будем, вы все сами видели, да? Вот, ничего, со всеми бывает. С текисом, да, прикольно. Да, все мы ошибаемся. Ничего, это не проблема. Вот так вот, ребят, залетайте к Бадянычу, он сейчас на стриме апает 10 тысяч. Да, взял, да, 8 тысяч аккаунт, апает 10 тысяч. Взял, так, короче, что... смотрите, на этом аккаунте, на котором я сейчас играю, было вообще 4000 ОМР. Вот, потом я там апнул 7 тысяч, и вот мы 7 тысяч сели, вот за эти 2 недели мы 8200 взяли. Как бы, и вот потихонечку идем, конечно. Хочу я 10 тысяч апнуть, потому что 8 тысяч, конечно, звучит уже как-то... как-то неприкольно, ну, да? Ну да, неприкольно. Мне не очень нравится то, что вот типа 8 тысяч ОМР, это вообще вот ранг 1400. Вот у меня 8200, 1400 ранг, блин. Вот, конечно, хотелось бы цифры получше, лично для себя. Я понимаю, что могу лучше, и каждый из вас, ребят, может лучше, так что... Смотрите шуху, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Twitch канал. Спасибо, Штуха, что позвал. Я всегда рад. Всегда зовите в гости, всегда приду. Всегда контент покажу. Вот так вот. Покажу. Тебе спасибо, Бадяныч. Спасибо. Все, ребят, всем пока.